с жителем поселка Ярославского, села Лисенки, мототрассе. В воскресенье 3 июня будет проходить соревнование на беговилах, велосипедах с колесиками, без педалей. Часть дня защиты детей. Построили мы вот трек. Люди нам помогли с материалом. Детки вот приехали потренироваться. Спасибо большое людям, которые помогают. Это Аверченко Андрей Михайлович, Бурим Григорий Анатольевич и Губин Андрей Владимирович. Этим людям большое спасибо за помощь. Ждем всех на праздник, посвященный Дню детей. В программе у нас будет беговил соревнования. В конце, после соревнований беговил, выступлю немножко, дам шоу прыжки с рампы. То есть, если будет хорошая погода, не будет ветра, попрыгаю с рампой.